В эфире прозвучала песня «Две любви» в исполнении дуэта «Давичи». KBS World Radio. Насколько хорошо жители Южной Кореи соблюдают санитарные правила, установленные в целях недопущения распространения коронавируса? Ответ на этот вопрос дали сотрудники двух компаний – Job Korea и Albemarle. Недавно они провели опрос среди 2500 южнокорейцев старше 20 лет. Оказалось, что 9 из 10 респондентов стараются тщательно следовать указаниям правительства. Прежде всего, авторы опроса поинтересовались, насколько хорошо респонденты выполняют предписания по профилактике коронавируса и соблюдению социальной дистанции. Почти 99% отдали положительный ответ на этот вопрос. Причем наивысший показатель наблюдается среди граждан в возрасте от 40 до 49 лет. Говоря о предписанных мерах, речь идет о правильном ношении защитной маски, регистрации QR-кода во время посещения общественных заведений и так далее.